Парни, новый сезон FIFA Mobile совсем не за горами. Для вас хочу сделать конкурс на 24 тысячи FIFA поинтсов. Для того, чтобы вам принять участие, вам нужно все лишь подписаться на мой канал, поставить здесь огромнейший лайк и написать любой комментарий. И результаты в группе Влад Капуста в 11 часов. Всем привет, друзья, с вами Влад Капуста. Я накрутил себе FIFA поинтсы, я готов открывать наборы ретро-звезд. Кстати, самое выгодное в аркадном предложении покупать за 1000 поинтсов. Здесь 100% ретро-очков выпадает и также еще выпадают очки рекордов. Я начинаю открывать аркадное предложение. Очки рекордов, ретро очки Тоти. Блин, здесь столько всего выпадает, что пипец. Подкрываем. Я думаю, то, что этот процесс я сделал в ускоренном режиме. Ретро очки. Ретро звезды. Давайте ретро звезды. Открываем. Очки Карнагола. Усиление навыка 500 забираем. Награда номер 4. Давайте мы ее заберем. Покажем все сразу. Случайные ретро очки, 5 штучек. Очки Пасхи. Режим атаки, Тотти, Карнагола. Любой кумир, получаем. Кто мне сейчас выпадет? Давайте, ребята, вангуйте. Пишите в комментариях, кто мне выпадет. Рут Гулит. Рейтинг, конечно, не особо высокий у данного персонажа, но ничего. Итак, монеты. 1 миллион монет, получим его тоже. Случайное ретро очко, 10 штучек. Забираем. Ретро очки. Ох ты, сколько всего. Начинаем открывать Тотти. Один жетон мы потратили. СССР спилику это. Кулибали. Тоже мне здесь выпадет. Ну, пока что ничего. Алексис Санчес. Давай. Модрич. Давид Дехе. Один из вас. Нет. Последний шанс, то, что мне выпадет топовый игрок. Но нету, к сожалению. Серхио Рамос, рейтинг 91. Ну, шикарно. Тут Гаррет Белл, Леонель Месси. Любой из вас, я буду доволен как слон. Но нету. Хави Гарсия. Походу, ни одного игрока с рейтингом 98-99 не будет тут. Офигеть. Что-то не особо мне пока что везет. Надеюсь, то, что это все поменяется резко. Мне будут выпадать топовые игроки. Морозный набор. Да что ж такое? Дети топовые игроки. Куда они пропали? Е-спортс. Что с вами не так? Офигеть. Открываю. Ничего нету. Абсолютно ничего нету. Педро, хотя бы ты меня обрадуй. То есть кака. Кака, давай, выпадай. Томас Российский. Гарри Кехилл. Что такое? Где эти игроки? Где эпичные игроки? Почему игроки с маленьким рейтингом выпадают? Лунный набор. Мота. Итак, Мохаммед Салах. Антуан Гризман. Ну никого нету вообще. По нулевке все идет. Ханданович, хоть кто-то выпадите мне. 99 рейтинг. Давайте, ну пожалуйста, Ханданович. Есть. Хоть один игрок с рейтингом 99. Потому что, ну, это было не особо приятно, когда такой маленький рейтинг выпадает. Думаю, вряд ли уже повторится то, что мне выпадет еще один рейтинг 99, ну ничего. Если будет, то будет круто. Но нет. Так, мы открываем пасхальные наборы. Ну, слабенько. После этого мы открываем Лунный Новый Год. То же самое, ни о чем. Ну и переходим к ТОЦ. В ТОЦах я хотел бы, чтобы Мухаммед Салах сейчас выпал. Давай, Мухаммед. Да нет, тут походу вообще шанс нулевый. В пасхальных наборах есть вариант, что выпадет игрок с высоким рейтингом. Эпичный игрок, давай. Хотя бы один эпичный игрок. Ну я жду. Лунный набор. Педро. Фернандо Торрес. Нет, остается совсем чуть-чуть. Лунный набор, давайте. Я уже, если честно, немного напряжен, потому что только один игрок с рейтингом 99 выпал, и все, больше ничего не выпадает. Ну еще Серхио Рамос мне выпал. Пищик. Столько много достойных игроков, и никто не выпадает. Давайте я закрою глаза, а вдруг что-то выпадет интересное. Опа! 99 рейтинг. Офигеть. Нежданчик называется. Вот это вот нежданчик. Честное слово. За это спасибо. Я уже не ожидал, что там будет именно столько много. И тут под конец мне еще один подгончик. Талиса, 98. Все это закончилось, но все же охренеть. Под конец именно eSports молодцы. Ребята, если вам понравился мой пак опенинг, не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал, влепить здесь кучу лайков, написать любой приятный комментарий. Ну а с вами был, как всегда, ваш Влад Капуста, и всем вам до скорых встреч. Всем пока!